Всем привет! Я собралась делать ужин семье и решила заодно снять вкусный рецепт. Буквально 10 минут назад нашла этот рецепт в интернете и решила сразу же его опробовать. Верю, что и у меня, и у вас все получится. Сегодня у нас будут куриные рубленые котлетки. Для этого нужно будет нам куриная грудка, 2 яйца, сметана. Я, кстати, в Украине беру только сметану ягодинскую, потому что это, в принципе, единственная молочка, которая действительно делается качественно. И еще нужна нам будет зелень, у меня петрушка и укропчик. Поехали! Весь рецепт по БЖУ. Этот рецепт прекрасно вписывается в питание, если вы худеете. Для начала нарезаем филе тоненькими, такими длинными полосочками. Вот прям, знаете, на такие тоненькие, чтобы потом меленько-меленько порубить. Вот, я разрезала, теперь рублю на мелкие-мелкие кубики. Чем мельче, тем будет, конечно, вкуснее, тем быстрее приготовятся котлетки. Сейчас хорошенечко перемешаем, посмотрим по консистенции. Да, можно еще добавить одну ложечку, жидковато получается. Отправляем фарш. Первая партия готова. Смотрите, какие они румяные получились. И очень вкусные. Вторая партия уже дожаривается. И так как у нас ужин, на гарнир будет только салатик. Верю, что у вас тоже все получится. Вам приятного аппетита. И подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить следующий выпуск.